его маслом запахло. Четверо набрали. На трое суток? Куда попала? Деда? Как? Красотка, где ты? Где ты пришла? Она первый раз сейчас с нами пикет. А вы знаешь как? Да. Наташа, сегодня выходной, хорошо. Да сегодня все выходные как раз. Слава Богу. Сейчас можно. Куда тебя принесли? Плакала сейчас что-то в машине. Заплакала. Киска моя маленькая. Ника на шалфетчик Сашенька. Это не Сашенька, кстати, Максим. А я ему там забрала машину. Дай нам тушь, Тань. Ну да, мама. Дай прям не отмыть даже. Ну я сейчас не буду, я лучше подскажу. Тань, мама, да? А коньяк взяла? Вообще отлично. Да. Зай, смотри, сюда поставим, солнышко светить не будет. Ну вот на ставь, нет, на солнышке, конечно. Так, ну что, я пошел с шутки готовить. Ну да. Кутузы мы взяли. Сейчас первую партию поучали, потом все же машину отгонит. Моя. А что это да, самое? Надю не позвали? Она Надю там что? С этой. Что с Дашей гуляет. Ничего. И надо, знаете, что было? А это? Что прямо с Дашей туда? Не приехала. Приехал сам. Там еще оставь там Виктору всю. Попроще. Оставим. Она это нас надо, найдет так. Позвони, телефон-то есть, позвонимся. Может это убрать? Ух ты, какой пламя. Спит.
была еще, да? Привет. Как киды как киды как киды как? Кирек коро коро кара? Есть возможность зажариться. Сами не есть, они мне нафиг не нужны. Спиртного я пью только, когда мы собираемся с вами. Все, я не больно прям запилась. Пиво вообще не пью. Вопрос. К чему? Вот я раньше ела намного больше и калорий не еду ела, но я не толстела вообще. Может, я... А знаете, мне кажется, почему? Я физически работала больше. Я работала потому, что на производстве. А сейчас больше лежит на диване. Нет, сейчас я сидячая, я сижу, я думаю, голова отработала, а ноги стал стулочем, ничего не движется. И у меня встаешь, ноги отекают. А ноги, а как, ноги стали болеть. Шишки, эти ноги, шишки, у меня в отца ноги. Мы что, даже водой ни разу не поливали? Нет. Вот это профессионализм. Так, держите первый парк. О, сказка! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Садитесь, кидаемся. Нужно смотреть, дари. Кетчуп, малыши. Где спрятаться? А вон под тобой. А еще есть это, как видите. А где кетчуп? Не знаю. Так и... Так и. В нашем холодильнике большом их не было. А где еще в каком пакете? В каком не было? Который на кухне стоит там. Были пакетики какие-то. Чего? Ну это были пакетики с кетчупом. Не было, я не видела ни одного. Ну они лежали там. А дайте вилку. Кетчуп? Может, они вообще его не взяли. Домой идти. Сейчас пойдет машину ставить. Специально же набрали кетчуп. Ну я посмотрела в холодильник, там я не видела. Макс, вот это, тебелочка, кому она? У меня как то вот. Ну тот самый соус, который я, помню, пробовала.
Давай, возмущайся, возмущайся. Они идут, а тебе не дают. Да. Саша. Куда хорошо? Ой. Кто там? Кто? Саша, возьми кусочек хлеба. Саша! У тебя уже теперь зубы есть. Да? Папа, держи. Чего? Что? Что? Я ничего страшного. Вот уголь-то здесь. Хлебушек, Саша. Ну, Саша, это не вот. Снимай. Да. Да. А все, сейчас пойдешь. Поживай. Да. Поживай. Спокойно. А чего ты? Сейчас что пойдешь ходить. А костер? Где костер? Саша. Она как цапля. Такие шаги у нее. Нормально, не нравится. Эй, красотуля моя. Красотуля. Пушка. Пушка. Нормально. Саш, тут мясом пахнет. Вкусно. Тут русский дух, тут мясом пахнет. Ой. Давай я подержу, а ты... Да, что мы... Ты со штаны менять? А у меня бодик еще. Ой, они там чуть-чуть напахнут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что там? Что там? Что там? Что там? Мой? Все. Вот, наверное. Ой-ля-ли. Эй. А поправьте и это, косыночку. Ай, кофта упала. Ой, подбил. Да. Да. Кидыкок, кидыкок, кидыкок. Саш, ты без штанов куда слезешь-то? Куда собралась? Сосу! Сосу! Ладушки, давай ладушки. Сделай ладушки. Ладушки, ладушки. Давай. Саш. Саша. Сейчас меня Саша. А это у кого музыка играет? Да. Да, что она только спала? Она, если что, то нормально. А может, может вот этим? Хватай, хватай быстрее в ладошки. Кстати, да.
Надо бы сейчас деньги набрать. И что, так громко играет айфон? Ну, есть же ничего нет, правильно? Нет, да нет, все равно же это будет. Скажу, ты будешь очищать. Чуть оставим снизу, сверху. Пепел. А картошку можно забрать? Конечно. Ква-ква-ква! Подошла. Квакай, Жуля. Ква-ква-квас. Видишь, как без солнышка и день очень хорошо. Ужас, ква-ква. Ква-ква только. Пойдем в ресторан. Ну, сходим, да. Деньги скинем тебе. Наверное, мы только узким кругом пошли. Тихий час? Ну, практически. Да. Это хорошо. Все равно с тобой выпьем, посидим, спят. Мы с тобой по старой памяти. Сейчас, секундочку. Организм. Ужас. Ой, я чуть дошла прям все. Да? Как хорошо. Так, ну все, зашли. Ну давайте, котики. Она белую водку пьет. Да. Оп! Исключительно. Да. Водяру. Только? Да что? Стакан. Такими? А пусть пьет стаканами. Должен. Этот, как его называется? Моя-то. Ну, когда опаздывают, что? Штраф. Штрафника. Да. Штрафстоянка. Наш расстоянка, литр. Ну, вперед, малыши. Давай за 9 когда? Мая, за праздник, за наше счастье. Девичья. За наших котов. А, ты приходила когда? В какой день? Ты в воскресенье ко мне приходила, да? 22 сентября вас свет. Сегодня рождения, помню. Караул. Мы тогда лезли. Ленка, это кудрявая. У меня кудрявая. Память. Наташа, у тебя не знаю, когда день рождения, кстати, не раздумывала. 8 ноября. Восьмого ноября. Это во враге. Меня октябрьская революция. За Любкой карабкается. Она орет, мадам ругается, а Макс меня бросил. 16 мая. Ой, 16 мая, точно, а у Жени? 5 декабря. 5 декабря. Ясно. Макс родился в чистый четверг, а Женька в тяжелый понедельник. Мы вместе почти у Тани-то. Рядом. Слушай-ка, я буду 16 мая у Ольги день рождения. Ну давай, что ли. Ваша как? А фамилия моя Наташа, слишком известная, чтобы я его называл. Напился? Нет. Ладно, Тань, хватит афишировать Сережины дела. А что случилось? Ты что такого? Пусть опишешь. Ну, товарищ расслабился и потерял. Откинулся маленько. Так, хорош, да? Давайте вперед. Ну, не все. Только свитер, телефон, как он называется? Какой телефон? А, эту. Сумку. Сумку и как она называется? Термос. Термос. И все. Кастрюльку. Ложки все перетерял. Да. Ну и что? Ну, одноразовые. Главное, документ не потерял и голова на месте. Не пьет. Ключи на месте? Если напьется, все потеряет. Кто ли каждый раз терял и что? Это праздник, сединою на висках, это радость. Где у нас ребенок? Ес. А шашлык где был? В сумке? Там. Нет. В пакетах.
Ой, в пляпе идет. Кто идет? Это кто идет-то к нам? Привет, Фирас. Ника. Ну что, поспали? Смотри, как вы сами. Поди, выспались и замерзли. Одевайся, Алин. Кто это? Смотри. Ой, пойдем. Платье вообще, бабушка. Я такое себе сама закажу. Платье шикарное, да? Ой, прекрасные платьица. Это невозможно. Выспались? Да. Крепко спали? Да. Как когда там прокладненько, да? Саша. Саша. Привет. Ты где была? На десяти. Где были? Глаза забери. Саш, гли. Глаза возьми. Мы их забудут? Конечно. А, ждите. Ждите. Саша, а... Так, а я хотел, на самом деле, двумя заходами сидеть. Ну и ладно. Вы посидите, не замерзли. Посиди. Везди молодежь, да, мы все дела. У нас тут еще почуть есть, так что везди молодежь. Мама, где вещи там эти, игрушки, все остальные? Какие вещи? В этом. Коляски сзади, сзади. Огонечек там горит. Ой-ой-ой, дедушка, не загораживай нам, пожалуйста, огонек. Кидыка. Кто там? А где огонечек? Где огонечек? Где огонечек? Это вам, как Арина выросла, топик приняли. Ой, какой там костер! Ой, какой там костер горит, да? Костер горит. Спина у меня качественная. Да, я тебе говорила. Саша! 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 Привет! Привет! Блин, Наташка так смотрит. Она вообще... Нет? Не подаешь? Хорошо спала. Ну, все хорошо поспали. Девочки. А вы все это на дровах разожгли? Ну, как тебе дрова? Дрова сожгли, жалко. Тут, мне кажется, через неделю придет, тут дров не будет. Наташа смотрит сама как мать. Она как мать смотрит. Ага. Ей бы такую тещу. Чирик-чирик-чирик. Ну? Вот он, огонечек. Какой там огонечек. Дедушка, не загораживай ты нам огонечек. Хочется посмотреть, интересно, как горит огонек, да? Ты моя сладкая. Ты моя хорошая. Опа. Как раз в этот раз. А смотрит на меня. Эй! Привет! Саша! Саша! Два комары. Лучше скушать за это. Шурик! Угладался, малыш. Она их снимает. Да. Не, уже потихоньку уходит, но сейчас вот вечер будет, сейчас будет так вот кумар стоять. А, да, это самое, стоит кумар. А вот никто не вкусный. Mm-hmm. Соус. Кто-то? Дедушка. Кидыкок.
Дедушка, 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 медведушка. Отлично, нам на 17 число будет страшно. Можно выйти и возле подъезда жарить. Главное, нет, можно, главное, в мангале. И все. Сказали, возле подъезда нельзя. Вот можно вот на газоне перед домом, и ничего никто не сделал. Вот было за вчера или вчера. Саша, малыш, кот. Все. Саша, штаны у нее шикарные. На Советский Союз до свидания. Малыш, красивый. Тяу-тяу. Тяу-тяу. Сашенька. До свидания, настойки. Сашенька, до свидания. До свидания. Александра Максимовна. Мяу, увидимся. Мяу. В Люблине. С вашего позволения. Сашуль, поехали домой. Пусть. Ну, естественно. Они что сидят, мерзнут. Да. Зайц, ты завтра работаешь? Ключи он там в сумке. Завтра, да. А ключи все есть у вас дома? Зайцы работают, конечно. Завтра, зайцы все. Нет, ключи-то есть? В кармане. Вот так зайцы. Зайцы. Мама, у тебя там телефончик. Он работает? Разрывается, наверное. Извини. Ну, может, мы его туда бросили. Мы его бросили. Может, разорвался. Ты же не смотрела. Хорошо. Ну все, целуем. Все свои здесь. Кто мне звонит, тоже не... Пойдешь к маме? Все тут, а все тут. Тут мы, тут. Дети мои, сладкие, киска. Все, говори пока. Все, а взяли вещи-то? Платье-то взяли новые-то? Да. Малыш, пока. До свидания, душа моя сладкая. Невозможно. Ой, ну это самое. Сашенька маленький, сладенький. Понесли малыша, я не могу больше. Хорошенький, сильный. А вчера они не были у тебя? Нет. Вот. А мы... Капюшон попросил. Слушай, она тебе будет на год помнить. Не раздавай, эту картонку сожжете. Отдай ты эту картонку ей. Серёж, запаливай этой зажигалкой, как она загорится. Загорится. Она уже там где-то. Ужас. Ужасы городка. Как припаливаешь. Соломинку не дать. Дуть во все дыры. Никак не могут разжечь. Кошмар. Вот наливай. Для розжига. Нет, это не поможет, товарищи бойцы. Вы у кого тащите? Куда вы льете? Танька тоже дует. Сейчас, если я раздую, только если загорится. Вес. Ну-ка, сирануха, а. Вот дым пошел. Наташа раздувает. Пепелище моей совести, блядь. Пепелище. Это ужас. Ой, караул, все, залепит. Замучает, не знаю. Так. Все, загорелось. Все. Вот, если бы не я, что бы вообще... Наташа, я сказала, кроме тебя не сажу. Пепелище. Это кошмар. Так, давай весь самзон очищай. Самзон. Так, руками не хотят брать. Тряпку сжигать. Моя рука уже достала. Без перчаток. Кому же раздели? За городка. Дамиш, это не твоя картонка? Нет.
схватила. Николаевич, тушите. Так, ну что, позвони хоть Максу, идем. Платку узнаю. Идем! Машин поздно! Таня, куда ты бутылки несешь? Таня! На бутылки с собой сюда. Бутылки-то нам не надо, это мусор. Наташа, выкини. Вот Максим такой, скажи с ним. Ты что, на женьке на руку посмотришь и поймешь. Да вот Наташе покажи. Да ладно? Покажи, покажи. Покажи. Завтра увидите. А где я тебя завтра увидите? Она тебя не видит. Я тебя вижу раз в 5 лет. Вот именно, Наташа тебя не видит. И то на 2 минуты. Никогда. Ну, болит же спина, мам, ну не лежу. Я же что, просто так не хочу пальчиком? Замахали, Макс, ты чужие-то. Хоть бы чем-нибудь помазать. Да, не сообразили сразу. Я где сижу? В конце? Ты впереди, на первом сиденье. Я пойду спереди. Только тебе надо будет пристегиваться ремнями. Я пристегнусь. С той стороны лучше. Николаевич, иди сюда. Да, да, я с той стороны зайду. Я в охмелю. Я в охмелю. Объела. Опа! И воздух. А, сына. Еще пить, гулять и... Кого? Папива. На базаре с Сенечкой торгуют. Сумасшедший дом, пойдем директор. Да, это очень точно. Я вижу знакомые лица. Как, Саша, там? Отлично. Спокойно доехали. Нет, давай я тебе сейчас с той стороны. А, да, вот именно. Нет, вон там, вон, где пятерка останавливается, да? Здесь выходи. Максим, где пятерка? Справа. А, ну смотри. Макс, у тебя не пристегнутая подруга. Я? Да. А пристегнут? Привязали. А то могут оштрафовать. Там машинка пиликала. Ой, я все. Целую, обнимаю, Максим. Малыш, как раз ты уходишь, кот. Малыш, посадку. Победова, бабанька. Боже мой. Все, пока. Мы с тобой. Увидимся. Николай, тебя тоже целовать? Давай. Ну, давай уж. Ну все, пока, Наташа. Давай. Вот дела-то, вот дела-то. Мы поняли. Ужасы городка. А вот теперь лучше пристегнуться, можем по заднему сиденью мотать. Мотать? Макс, так не надо сильнее. Не, а это не, я приеду ровно просто из-за того, что задние люди не пристегнуты, а весь момент. Приходится назад. Обалдеть, вообще обалдеть. Вот без пробок, да? Да. 11 минут езда от матери. Не, я вечером за 7 минут приезжаю. Как это? Когда вообще никого, уже никого нет, половина светофора в желтом моргает.
тогда да. За 7 минут на турец. А тут всего лишь 10 километров, если по прямой. Если будет по трассе будет. Рядом, да? Вообще. Да, пару минут буквально. Да, и как все близко, как все быстро. Ну, разница, трасса рядом. Вот такие дела, кот. Ну, кот и дела. Вот, а вот это место занимайте свое. Почему? Паркуйте, это не поймите. Почему? Это ваше место, правильно. Где место есть, там паркуйте. И занимайте свое место. Там еще кому-нибудь местечко останется. Перебьются на крышке. Да нет. Хотя, в принципе, сейчас выходные, праздники, никого нету. Перебьются на крышке. Так, выше забрать, да. А что сумку-то наложили? Я не понял. Какую? Вот в эту. Не знаю. Тоже так тяжело тащил? Ну такая, но не легенькая. Не тяжелая. Но вес имеет. А, зай, пропущенный звонок. Ой, мазь. Мазь. Сейчас я варю телевизор.